строится пятиэтажный шестиподъездный дом с учетом потребностей социально уязвимых слоев населения, в котором будет 120 квартир. Руководством нашего города принято решение первые этажи данного дома отдать под заселение лицам с особыми потребностями. В данном доме предусмотрены проектом строительства пандусов и подъемных устройств. Внутри квартир для таких семей у нас предусмотрены проектом расширенные беспороговые двери и санузлы, увеличенной площадью до 9 квадратов, что позволит беспрепятственно на колясках передвигаться по квартире. Отрадно отметить, что в этом доме новоселами станут 15 из 113 инвалидов первой и второй группы, состоящих в очереди на получение арендного жилья. Ранее в Саране подобные дома для людей с ограниченными возможностями не строились.